Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, mana ko'rdinglar, Aman Sagdullayev oti esimdan ham chiqmadi. Jangelda to'g'risida videolar chiqardim, ularni qilayotgan ish to'g'risida video chiqardim. Maqsad nima edi? Bu provokatorlar o'tirib olib, bizlar millatchimasmiz deyapti. Bizlar boshqa emasmiz deyapti. Lekin bularni odamlari millat ajratib yuribdi. Tachna tak bizida ham, biz o'zimizni, o'zbeklar ham kommentariyda millat ajratib yuribdi. Men bu narsaga qarshiman, o'rtoqlar, to'g'risi. Millat ajratish kerak yo'q. Tushuninglar. Millatchilik u yaxshi narsaga olib kelmaydi. O'shaning uchun faqat miyani ishlatib ish qilish kerak. Mayli ular yomon so'z bilan, yomon gap bilan yozsin, bizni yaxshi gap bilan yediringlar. Mana mana shunda biz yutamiz. Так. Всем ассаламу алейкум, друзья. Вот уже несколько видео я делал про Амана, про Джангельда и про их деятельность. То, что они делают, провокацию, агитацию и все такое. То, что они обманывают. Я уже не один раз доказал, что именно Аман Сагдуллаев просто рассказывает сказку. Если это не так, пишите в комментариях, потому что по-честному, вот про завод я доказал, что он реально обманывает. То, что он говорит, 37 миллионов говорят, но 35 миллионов в карман положили, за 2 миллиона Семен завод построили, прикиньте. Я это уже доказал, что это просто пустословство, больше ничего. Потом, мен Аман менде, Джангелді менде сөйлестім комментарийда, и олар маған жауап бере алмай қалды. Мен оларға айтқан сөздерге, олар маған жауап таба алмай қалды. Мұны комментарийін тоқтатып, оқыңдар шөттіңіш. Бұл Амандікі. Мұнасы есе Джангелдінікі. Читайте, пожалуйста, внимательно и в паузе. Вот вопрос. Я напрямую задам этот вопрос. Пусть они напрямую ответят на эти вопросы. И Аман, и Джангелді. Это главарь тот Аман. Пусть Аман отвечает. Вот, если вдруг какой-то тронутый умом мисс кетпаган бар адам шығып, реально, да, о, джинды, дурак просто возьмет, в руки оружие, выйдет и расстреляет пару узбеков, скажет Алга Каракалпахстан. И что будет? Кто будет за это отвечать? Я эти же вопросы задал и Аману, и Джангелді, они не смогли мне ответить. Потому что они не контролируют действия их людей, которые в группе. Понимаете? Они не могут контролировать, потому что они не на родине. Они где-то там шляются, но пипец провоцируют. Вот проблема. Реально, сами подумайте, выйдет какой-нибудь тупой. Реально, чекада битте джинна. Вот там у кеткен шығады. Қолына пышақ алып, бірденке алып шығып, бір-екі өзбекті өлтіріп, Алға Қарақалпақстан деп жүрсе. Не болады? Полный пиздец бола ма? Болмай ма? Реально айтыңдаршы, өттіңіш. Контроль деген нәрсе жоқ оның қолында. О, қай жерді, Қарақалпақстан қай жерді? Мұна вопростар біреуіне де жауап бере ма? Сол адам кетінен жүрістар ма? Ешкімде гарантия жоқ. Гарантия нету никому, вообще. Нету контроля, нету гарантии, то, что так не будет. Вот почему я злюсь, вот почему я против выхожу, потому что они не контролируют действия и их слова, которые они в комментах делают, пишут, понимаете? У Берзерда, ехте, узбекте, харгалпахте, бр-бр-но, утр, нацист, клавотер, кубы, комментарии. Сол керек па? Кай жерден шықты? Аман, кай жерден шықты? Сен шығып видеода біз
qarsi emasmiz O'zbekiston xalqini, biz andaymiz, biz milandaymiz deb aytyapsizmi? No, seni odamlaring ne qilib turganini ko'rib tursin-ku, mana kommentariyalarni o'qib chiqchi. Sen odamingga ular men emas. Bizikida solar yozganiga qarab, ularni ajratib o'tirib millatni. Su kerakmi? Dabiyotsa aytotgan musulmon, ikki millatni bir-birini so'g'us qiluv, что они друг другу перегрызли. Вот ты чего добиваешься. Понимаешь? Не строй из себя святого в Ютубе. То, что ты вот в вчерашнем видео говоришь, хорезмцы мы вам помогут, ты уже начал ко всем лезть. Ты уже не один каракалпакс, а уже хорезм тоже начал лезть, другие. У нас нету такого. Мы не нацисты. У нас до сих пор даже в Ташкенте на казахском ребята учатся, на русском учатся. Понимаешь? Языки стоят. И потом, это уже чересчур детское понятие у тебя. Вот я тебе скажу. Почему загранпаспорт, вот заграничный паспорт, авир деген нәрсе орнына шығарды оны. Авир визасын орнына. Вместо авира вышел вот этот вот загранпаспорт. Там не написано именно нация человека. Почему? Потому что он гражданин Узбекистана. Мы же не говорим, о, почему не написан узбек. Та же Россия. Пойди, посмотри на паспорт, там не написано нация. Даже те же дагестанцы, даже те же калмыки, даже те же, блин, другие нации, которые в автономии живут именно вместе с Россией. У них написано гражданин Российской Федерации. Там не написано нация. Потому что это делается для чего? Чтобы не было различий в нациях. Вот самая главная твоя ошибка и доказательство того, что ты нацист. Понимаешь? Ты самый главный галимый нацист, который на каждое слово и на каждое действие вешаешься вот так и липнешь на это. Вот твоя вина. Вот почему ты нацист. Понимаешь? Не обязательно, лично я не против, что там не написано ничего про нацию. Главное, что гражданин республики, понимаешь? Этим никто не отнимает твою нацию. Этим ты сам подумай, если не дурак. Как может человек отнять или государство отнять нацию? Никак. У каждого человека нация вот здесь вот должно быть. Вот здесь. Ты же, если в паспорте не написано, ты же не забудешь, что ты каракалпак, или я не забуду, что я узбек. Правильно? Правильно. Это 100%. То, что ты делаешь, это действие ребенка, который ничего не понимает. Ты не можешь ответить за свои слова. Ты не доказываешь ни одно твое слово. Ты выйди, извинись. Извинись за то, что ты... Вот именно делал, показывал неправильную информацию, рассказывал всем. Извинись, завод, я доказал, что ты лгун. Я доказал, что завод не строили за 2 миллиона, как ты говоришь. Давай извинись перед народом. У тебя есть честь, хоть капля чести. Выйди, извинись перед народом. Скажи, что я ошибался, что завод не строили за 2 миллиона. У тебя нету такого, у тебя нету чести. Хоть я не такой человек, как ты, хоть я не был хакимом, я не работал в министерстве, но у меня есть душа, у меня есть понятие, у меня есть ум. Я не хочу, как ты, власти, понимаешь? Ты именно хочешь власти. Тебе надо власть. Мне не нужна власть. Понимаешь? Вот здесь должно написано, чтобы... Ты стал кем-то или каким-то президентом. Вот здесь вот было должно написано. Аллах, Аллах, дитиндарды айтып қоя салайын. Миллет ажыратқан адам туралы пайғамбарымыз не деген? Білесің ба? Мынаны оқыңдаршы, пожалуйста. Не деген? Өзінің миллетін басқадан үстін қоятын туралы не деген? Оқыңдаршы. Вы говорите одно, делаете другое. В сердце одно, в голове другое. Аман, ты не сможешь ответить за действия твоих людей. Ты не сможешь их контролировать. Ты говоришь,
что в Каракалпакстане стерилизуют людей. Докажи. Говоришь, почему везде узбеки? Вот то, что ты нацист. Раз они учились, раз у них есть дипломы, они там же сидят. Правильно? Не зря сидят. Чтобы убрать коррупцию, уничтожить коррупцию, есть такое, вот именно такое. Местами меняется. У нас вот в больнице из Каракалпакстана главврачка. Главврачка, именно главврачка из Каракалпакстана работает. У нас никто не говорит, что она из Каракалпакстана. Никто не говорит, почему она там сидит, а не узбек сидит. Вот то, что ты нацист. Сколько тебе доказательств надо, что ты нацик? Скажи мне, вот ты реально нацик. Тебе именно прет, вот изнутри прет, что ты не в родине, а где-то там шляешься. Вот почему. Вы все обижены. Ты тоже, Джангельде тоже, и те люди, которые тебя поддерживают, все обижены. Знаешь, что такие обижены? Обиженные на государство, обиженные на президента, обиженные на людей, на народ. Вот кто вы. Никого не надо обижаться. Делайте сами, старайтесь сами, поднимайте себя сами. Ни государство, ни люди, ни президент вам никто ничего не должен. Каждый человек получит точно то, что написал им Аллах. Понимаешь? Вот здесь есть риск. У каждого по жизни риск есть. Если тебе суждено, и риск Аллах тебе дал в Африке бананы собирать, и этим зарабатывать, ты, значит, поедешь в Африку и будешь бананы собирать. И это и есть риск Аллаха. Понял? Вы говорите одно, в мыслях другое, в действии другое. Сколько доказательств надо? Того, что ты пустослов, то, что ты обманываешь, сказочник, сколько доказательств надо? Ты выходишь на видео, пожалуйста, сказал, отвечай, где доказательства того, что стерилизуют? Что тебе надо еще? Какой ответ нужен? Если Аллах сказал им один ребенок, так и будет один ребенок. Где доказательства того, что радиоактивный уголь продают? Докажи. Мужик сказал, мужик должен доказывать. Докажи. Где? 10 лет назад, каким был Каракалпакстан и сейчас какой он? Сравни. Рахмет.
Вот видишь, насколько изменилось все. Видишь, как все, вот, аста-аста секен. Джай-джай-джай, узгер парвата. Сон ацен цюмбеген сен ахмаксин. Отырып Америка мен, Корея мен салыстырып отырған адам. Ты Узбекистан или вообще экономику Узбекистана сравниваешь с Америкой. Говоришь, что в Америке самое там минимум за час $18, $20 или $1500 в месяц. Говоришь, в Корее минимум за один день, рабочий день, $50 получают. Блин, Америка 200 с чем-то лет назад независимость получила. Нам-то 27 лет, 28 лет. Ты что, с чем сравниваешь экономику? За 27 лет то, что мы сделали, ни одна другая страна не сможет сделать. Думаешь, взял, сделал, тебе Америка будет? Нет, постепенно будет. Сейчас возобновление страны идет. Все возобновится, все сделается, и экономика четкая будет. Для этого нужно терпение. Лентяи, у которых нет в руке никаких там, оно, полное ештеңке келмейтін бір деңгесе адамдарының сөздерін айтып отырсыңдар. Кімге саған керек пе? Жүгіріп аяғыңмен өзің барып істеп тауып, бар нәрсен қылып ал. Біреу саған қарз емес, біреу саған беруге де қарз емес. $50, $1500 айына болады, секін-секін болады. Москва не сразу строилась. Это даже тупому ясно. Прежде всего, что-то говорить, вот прежде чем что-то говорить, ты доказывай. Понимаешь? Просто пустыми словами, ты ничего и никак ничего не добьешься. У тебя только пустые слова. Твое оружие – это твое слово. И каждый должен тебе верить. Тебя сколько человек поддерживают? И где они? Решили судьбу всего народа решить сами, да? 500-600 человек решили судьбу именно всего народа решить. Это вы должны решать. Да кто вам вообще позвонил? Кто вы такие вообще, чтобы от всего народа говорить? Кто-то проголосовал за вас? Кто-то дал вам именно волю? О, да, делай, мы, народ, за тебя. Кто-то так сказал? Вышел откуда-то, не пойми, блин. Сам себе название дал, сам себе звание дал, сам себе сказал, что он, блин, какой-то партия, какой-то это. Сами себе делаете. За вас никто не голосовал. 500-600 человек, судьбу народа вы не имеете права вообще решать. Мне звонят из Каракалпакстана, мне звонят каракалпаки и говорят, о, блин, они тупые, что ли? Что они вообще говорят? Когда они вообще последний раз были тут? Вот что люди спрашивают. И поверь, Аман, многие с тобой не согласятся. Даже 30% ты не наберешь. Поверь, 30% даже всего народа Каракалпакстана ты не наберешь. Ты. Если подумать, тебя посадить тоже, засудить тоже не проблема. Кто вам позволил вот такие фотки делать в группе, я вообще не понял. Вы что, издеваетесь над президентом? Много ли на себя не берете? Международный суд по вам плачет, мне кажется, да? Это вам не игрушки. Хурсан болган, мен саған қарсы шығып отқаным. Төбедегі қарсы шығатын болса, білесің ба не болу? Политика дейсіңдер. Политиканы үйрен алдың политика қылу үшін.
Yürüyün politika mı? Kandayı sen politiksin? Sen oturup buru uğurga çıkar vatsın, oturup buru anday de vatsın, oturup buru nanday de vatsın, diktatura de vatsın, nanday de vatsın, sen kalay politiksin sen? Sen provokator agitistsin, bol basın işten gelmez. Sakın so üçün akşı tölü. Ulan nanday akşanı sakın nege tölü? So, çıkıp, ulan, bir, iki, beş, üç, dört, beş, altı, yedi, kıl, sakın kim akşı verir? Сол айқайлап отырғаным үшін қалай сон десем, не деген еді, мен отпускқа дегенді мені тұқымат қылып, сондай розыска бер жерді, анау қолды, мынау қолды деген едім, дұрыс па? И сен ақша ұрламаған, ақша ұрламаған қалай сонша жерге барып, сондай жасап жүрсің сен? Жоқ ақшадан ба, ақшаң жоқ болса қалай солай жасайсың? Мына барма есіңде тұрсын, мынау қолды кірі. Во сенден де менден де қап кететін нәрсе. Жер, жерді бөліп кетіп отқандар үшінде. Бәріміз 2 метр жерге барамыз. О сенден де менден де қалады. Мынандай нәрселер бар ма? Мынандай нәрселер бар, сенден де менден де қалады. Есіңде тұрсын сол нәрсе. Сол үшін миеңді істетіңдер. Милләтшілікті жинастырыңдар. Президентті жамандауды жинастырыңдар. Бір сөз айттың ба, доказательствомен шығаруды үйреніңдер. Sonunda senden normali bolar. Bolmasa poxtu jeb jüre veresin. Kim men soğusmaqçı bolsa men davay soğusamız. Dalshi bolish kerek bolsa dalshi bolish qılamız. Qorqatın jerim joq birewinden de. Nomerim kak sigda opisaniyada tur. Sog bolinglar, salomat bolinglar o'rtoqlar. Bunaqa iplosnani ketiga ishonib yuravermanglar. Bular gapirayotgan gapida na tuturg'i bor, na javobi bor, na qilgan ishiga javob bera olmaydi. Sog bolinglar.